всем успехов желает Максим Ефимов. Сегодня в ролике я вам поведаю один рассказ о своей жизни. Вот. Я думаю, как на книгу написать, потом подумал, да нахер эту книгу писать, кому она, кто ее читать будет сейчас. Я лучше буду рассказики такие делать, вот, там, за 10 минут справлюсь, вот, рассказик такой. Общался я когда-то с одним типом, вот, покупал у него диски, там, по музыке, общались мы с ним, у него была девушка, вот, ну, его девушка, у меня с ней ничего не было, вот. А у этой девушки была знакомая другая девушка, значит, эта девушка, которая со мной общалась, она была, ну, я по голосу с ней общался, по телефону в основном, там, по интернету. А потом живую как увидел, страшная, ну что ж ты страшная, и накрашенная, и не накрашенная. Фигурка, конечно, красивая, от лесов. Вот. Женщина должна быть красивая, да. Вот, это сам привлекательно. И у нее подруга была, которая мне нравилась. Вот. Красивая, талантливая. Вот. Ну, он мне как бы нравился, может быть, не нравился, не знаю. Короче, как-то так. Я попал в сети манипуляторов. Вот. И эта девушка, короче, я так понял, ей завидовала. Ну, вы сами поймете. Завидовала, потому что она красивая, у нее много поклонников. Деньги зарабатывает сама хорошие. То есть талантливая там. Вот. И она как-то, ну, как я с ней как-то общался, это меня там подбадривало, там, потом начал настраивать против нее, там, короче, там завертелось, закрутилось, все это самое. Вот, и как-то эта девушка, которая мне нравится, я пригласил домой, ну, я, короче, это самое, даже лекарства, по-моему, пилюлю покупал, да, где-то там, в секс-шопах. Интимно, чтобы она со мной переспала. Ну, хотел ее, так сказать, то самое, к себе приучить, даже так. Только все действие манипулятора. Вот. То есть я попал как-то в сети такие, ну, когда-то я раньше был не совсем, работал на наемной работе, ну, как-то да, как-то так получилось. Ну, как говорится, опыт, жизненный опыт приходит, приходит с годами. Вот. Значит, и что? А, что еще? Она потом, мне нужно было сфотографироваться. И она пришла ко мне и сделала фото. У нее хороший фотоаппарат. Она чудовка, еще и художник, еще и собственник. Она мне сфотографировала. А я фотографию себе взял. А эта девушка, короче, там всяческие козни строила там, короче, поссорила нас, что я как бы поддался этому, и я к своему знакомому пошел, я не помню всех подробностей, вот, это самое, на телефон я это не записывал, это самое, пошел к своему другу-программисту, и мы создали виртуальную бомбу, чтобы отомстить этой, эта девка меня использовала, говорила, скачай мне фильмов кучу. Короче, даже пчичку, короче, никакой взаимности, знаете как, любовь зла, полюбишь козла, чушь все это, вот, никакой взаимности у нее не было, как, мне она нравилась, а ей нафиг не нужно, короче, вот, и создали мы виртуальную полку на диске, то есть я пошел к ней, вставили мы это, да, ну, нет, ставила этот диск, сказал, что как надо там, ну, там рамы какие-то под видом. Короче, это все девка манипулировала. Этой девушке зла я не хотел, честно говоря. Вот. Кстати, я эту девушку видел, по-моему, в этом году. 2017 год, а то был 2011 год, по-моему, или 2013. По-моему, 2011 год был. Вот. Зима, по-моему, была. Вот. И она меня увидела, и так зло так на меня. Сказала, я так, у меня
меня посмотрел, а, это ты же не такая толстая стала, и подумал, как ты могла мне раньше нравиться? Ну, блин, фу, мне другие девки нравятся. Стройненькие, которые следят адресом. А раньше я как-то, ну, дело вкуса. Вкусы раньше разные бывают. Мы сейчас говорим о том, что всегда у красивой девушки есть подружка некрасивая, которая ей завидует, и которая будет ставить козни, будет манипулировать кем-нибудь, чтобы отомстить, потому что она красивая. Вот. Мы создали эту бомбу, и, короче, эта бомба взорвалась у него, ну, бомба, я не могу рассказать, диск, свой компьютер, и вся информация уничтожилась. Вот, и такие вот даже дела делать пришлось. Вот, а потом, это я к чему веду ролик, что в Твиттере есть страничка Макс Верхов, что-то там, клуб фанатов, там мое фото, короче, в фотошопе сделано, что я, типа, такой какой-то в костюме, там как-то губы мне накрасили, короче, что типа я голубой. Хочу вас заверить, я не голубой, мальчиками я не интересуюсь, только девушками, исключительно только девушками, женщинами, все. То есть мне нравится металл, рок, машины, девушки, ясно, все, вот, спорт еще. Вот это мои, так сказать, музыку люблю слушать, да, сочинять музыку, эксперименты в любви, музыки, фото, видео, вот это я люблю, эксперименты, экспериментаторы, вот. Так что, создал страничку в Твиттере, что типа там Макс Вехов, там клуб фанатов, что-то там, чтобы вы знали, что это вот эта девка создала, то есть она получается, кто и пошла, чтобы, ну, помириться с ней. То есть она меня использовала, чтобы ей отомстить, и таким образом. А потом рассказала, что это якобы я придумал. Это же она все придумала, эту чушь. Вот. И та дала ей фотографии, и они использовали из фотошопа вот эту херню, и удалить ее невозможно. Ну, как бы, дело такое. То есть, так что, чтобы вы понимали, что быть жертвой манипуляторов опасно. И, кстати, я вот эту страшную девку видел недавно в метро. Но она, блин, не страшила. Фу, блин. Страшная, она такая же мстительная, как и была. Ну, вот. Так что, вот история из моей жизни. Такая вот. По-моему, все. Ну, там подробностей то много слишком будет. Главное суть. Так что красивая девушка всегда имеет подругу, родию, которая будет ей говорить, а этот плохой, этот там не встречайся с ним. Из зависти, из зависти, из зависти, из зависти, что она лучше, что она талантливая, что она красивее. Так что, знаете это. С вами был Максим Вехов. Всем успехов, желаю Максиму. Пока-пока.